Он был феноменальным человеком. Актер, который завоевывал титул лучшего теннисиста страны около 40 раз. Он неустанно готовился к спортивным соревнованиям и при этом каждый вечер выходил на сцену МХАТа. В театре он исполнил больше 20 ролей. Однако лучшую и главную роль своей жизни он сыграл у микрофона спортивного комментатора. В общем-то, его судьбой как комментатора распорядился Вадим Синявский, который предложил ему попробовать себя в роли комментатора. Слышите, зрители требуют шайбу, шайбу! Фотографы уже здесь, они ждут пятого гола. И вот шайба в воротах шведской команды. Последние годы этого человека были омрачены неудачами. Из-за болезни сосудов ему ампутировали одну ногу, и он сел в инвалидное кресло. В годы ельцинских реформ он вступил в спортивный фонд имени Льва Яшина, где неожиданно для себя столкнулся с криминалом. После смерти комментатора его могилу кто-то взорвал. Неужели это была месть преступников честному человеку? Имя легендарного комментатора – Николай Озеров. У Николая Озерова было актерское образование. Он окончил ГИТИС. После института молодой человек получил направление в МХАТ. Он был зачислен в труппу этого театра после того, как успешно прошел испытание. На этом поприще он достиг определенных успехов, и тем не менее значительную часть времени он отдавал спорту. Впервые он взял в руки теннисную ракетку в 10-летнем возрасте, и с тех пор это увлечение стало для него основным занятием. Ну, вы знаете, у меня знакомство с Николаем Николаевичем Озеровым было очень своеобразным, потому что это был кумир моей юности, если быть откровенно, кумиром моего детства. Я и несколько товарищей, мы прогуливали школу и с утра отправлялись на стадион «Динамо» на крытый корт. И мы подавали мячи теннисистам во время соревнований. Озеров пользовался уважением знаменитых мхатовских стариков. Они с удовольствием приходили на стадион, чтобы посмотреть игру молодого коллеги. И кумиром, конечно, стал Озеров, потому что на этом корте можно было встретить, публика была очень избранная. Все старики, так называемые в кавычках, художественного театра, Грибов, Топорков, Яншин, Кмелев, Кторов, его личный друг, вот они приходили, он сам был артистом художественного театра, они приходили его смотреть, конечно. Вот, и публика была очень избранная такая, и Озеров старался показать себя во всем блеске, это ему удавалось. Он был вообще лучшим теннисистом страны, довоенным. Стоит отметить, что на теннисном корте юноша выкладывался ничуть не меньше, чем на сцене. И вот когда он подавал подачу, он подавал очень сильно, там то место, где он подавал подачу, после каждой подачи у него капля пота падала на корт, и была лужица такая. Он с этого места подавал, и была лужица. То есть он с полной отдачей играет. Стиль жизни Озерова всегда вызывал недоумение. Каждое утро спортсмен начинал с пробежки, затем тренировка. Его можно было увидеть не только на корте, но и на футбольном поле. Долгие годы Николай Николаевич выступал за клубную команду «Спартака». Он брал меня на футбольные матчи, самые ответственные, знакомил меня с футболистами известными. Вот, тоже это в памяти как-то осталось. И Слава Митревель, и Миша Месхи, там, и, в общем, ну, все, так сказать, известные спортсмены. Вот, и Ильина, вот, мне важно было потрогать Ильина, золотая ножка российского футбола. Вот, ну, это потом, вот, он мне такой подарил, значит, вот мяч, уже это на 25-летие привез. Я считаю, что намоленный спартаковский мяч с автографами всех, значит, футболистов спартаковских, которые тогда выступали в Колумбии, вот Мексика, значит, был турне по странам Латинской Америки. Он, значит, сопровождал эту команду. Вот. И привез мне такой подарок. Нередко после тренировки или соревнования он спешил в театр, где у него начинался спектакль. Бывало, он прибегал в театр прямо с тренировки и выходил на сцену, едва успев переодеться и загримироваться. К 6 утра летел играть в теннис, вот, потом у него радио, значит, потом запись на телевидении, потом, значит, вечер это, значит, спортивные матчи, там, хоккей, футбол. И так далее. Значит, много летал. Он пытался успеть все сразу, постоянно куда-то спешил. И вот однажды это сыграло с ним весьма злую шутку. В
семье Озеровых все имели отношение к искусству. Отец был известным оперным певцом, мать училась во ВГИКе, но не окончила из-за появления в семье двоих детей. Брат Николая, Юрий, стал известным кинорежиссером. В юности рисовал, потом после школы окончил ВГИК. Юрий Озеров воевал, вернувшись с фронта в звании майора с наградами за отвагу. После этого он создал ряд киношедевров о войне, главным из которых была эпопея «Освобождение». Братья Озеровы были необычайно близки друг к другу не только по возрасту, они были погодками, но и по духу. Была вот такая, вот я бы сказал, прям неземная любовь братьев друг к другу. То есть они не могли дня прожить друг без друга. Звонили по несколько раз в день. Вот, старались как-то вот участвовать в жизни друг друга. Николай Озеров ушел из жизни в 1997 году. Юрий пережил его всего на 4 года. Братьев похоронили в одной могиле. В конце 50-х Николай Озеров неожиданно заявил о том, что уходит из спорта. Причин этому было несколько. Во-первых, существует легенда о том, что отец посоветовал Николаю сосредоточиться хотя бы на трех вещах – МХАТ, радио, телевидение. Говорят, что Озеров последовал совету отца и оставил теннис. Впрочем, могла быть и другая причина ухода. Дело в том, что незадолго до этого Озеров потерпел поражение на чемпионате мира по теннису. Это поставило крест на его международной карьере. В Советском Союзе у этого вида спорта было не так много последователей. Озеров понял, что в спорте он достиг всех возможных высот. Наконец, причина ухода могла быть беда, которая случилась с ним по его же неосторожности. Он спешил. После тенниса на хоккей он играл за первую клубную команду, ну, хоккей с мячом. Вот он и спешил, значит, на Ширяево поле, где был стадион «Спартака», и опаздывал, решил сократить путь и пошел не по дорожке, а там есть такие Ширяевские пруды. И вот, направляясь по Ширяевским прудам, это уже было где-то, может быть, март или февраль, он провалился в прорубь, холодная, ну, вода, представьте, ледяная вода, выскочил из этой проруби, пришел на хоккей, а ведь тогда не было ни раздевалок, ничего там не было, ни душа горячего, ничего. А он был во фланелевом костюме. Тогда вообще все мужчины ходили во фланелевых костюмах или синего, или коричневого цвета. Он провалился, промокший, вышел при морозе, там минус 7, минус 5 градусов было, вышел, отыграл весь матч. Сосуды переохладились, и в первые минуты после игры у Озерова онемели ноги. Тогда молодой организм справился с этой проблемой, ноги пришли в норму. Но вот в старости этот случай снова даст о себе знать. По этой причине остаток дней Озеров проведет в инвалидном кресле. Три десятилетия Николай Озеров комментировал все футбольные и хоккейные соревнования, которые транслировались по телевидению. Три десятилетия вся страна собиралась у экранов и с замиранием сердца ждала знаменитая озеровская «Гол». Путь Озерова на телеэкран был довольно простым. В эфире он оказался благодаря протекции первого в стране спортивного комментатора Вадима Синявского. Он хорошо знал Озерова и понимал, что его молодой коллега обладает необходимым для комментатора набором качеств, актерского мастерства и спортивного азарта. И вот 29 августа 1950 года начинающий комментатор впервые вышел в эфир. После этого представить себе спортивный эфир без Озерова будет невозможно. Советские хоккеисты обрушивают на ворота шведской команды целый шквал атак. Шайбу получает Пантюхов. Он обходит защитников. Передача Александрову. Бросок. Гол. Отыграна одна шайба. Карьера Озерова в качестве комментатора со временем достигла небывалых высот. Он сопровождал все наши футбольные и хоккейные команды за рубежом. Несмотря на то, что команда Советского Союза всего лишь 5 раз принимает участие в таких ответственных соревнованиях, как чемпионат мира, но уже успел зарекомендовать себя с самой хорошей стороны, дважды завоевав золотые медали чемпионов мира. За всю жизнь Озеров побывал на очень многих первенствах страны, Европы и мира и провел репортажи из 50 государств. Николай Николаевич Озеров, он, конечно, в первом салоне, стюардесса, что вам, Николай Николаевич, вот. За автографами все, большинство пассажиров, те, конечно, в общем, которые интересовались и спортом, и его комментаторской деятельностью. Популярность была
фантастическое. В Праге состоялись финальные игры на первенство мира и первенство Европы по хоккею с шайбой. Спортивный комментатор Николай Озеров, который был на этом чемпионате, расскажет о наиболее интересных играх. Горячие дни чемпионата мира остались позади. Это были дни напряженных и трудных спортивных боев. 12 стран прислали свои команды для того, чтобы оспаривать почетные титулы чемпионов Европы и чемпионов мира. После предварительных игр в финальную шестерку вышли команды Канады, Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Чехословакии, Швеции и Финляндии. Кроме того, он добился немыслимого для журналиста влияния. Каждое его слово, сказанное как в эфире, так и вне его, было очень весомым. Спортсмены, зная об этом, часто обращались к Николаю Николаевичу за помощью. Одного звонка знаменитости было достаточно, чтобы решить самые сложные проблемы. Если так можно сказать, что он был заботник, великий заботник о других. То есть непрерывно он должен был звонить, хлопотать о каком-то ветеране, так сказать, спорта, который там обделен, так сказать, не получает пенсию, или там хлопотал прописку, значит, или квартиру. Вот. Или, наоборот, о молодых талантах беспокоился, пытался помочь им как-то, так сказать, устроиться. Нередко слова, сказанные комментатором во время матча, становились крылатыми фразами. Например, когда канадские хоккеисты первый раз приехали в Советский Союз на чемпионат, он раскритиковал их игру, назвал ее грубой и добавил: «Такой хоккей нам не нужен». Эта фраза облетела всю страну после того, как Геннадий Хазанов использовал ее в своей интермедии. Озеров был против использования спортсменами допинга и открыто об этом говорил. Он не одобрял движение фанатов. По этим и другим подобным вопросам он всегда выступал бескомпромиссно. Народный любимец славился своим правдолюбием. Я вот представляю его сегодня ведущим репортаж, он бы никогда не сказал, как современные дикторы: «Наши победили». Какие наши, когда в команде из 11 футболистов 8 легионеров? Понимаете? Он бы объяснил элементарно, что такое засилие легионеров ставит перед нашими молодыми спортсменами замок на двери в спорт, потому что только можно вырастить, играя в высшей лиге, а если они сидят на скамейке или в низшей лиге, они вырасти не могут. В начале 90-х в стране разразился экономический кризис. Озеров, который всю жизнь преследовал благородные цели, с сожалением наблюдал, как в спортивную жизнь страны проникает криминал. Слышите, зрители требуют шайбу, шайбу! Фотографы уже здесь, они ждут пятого гола. И вот шайба в воротах шведской команды. Последние годы этого человека были омрачены неудачами. Из-за болезни сосудов ему ампутировали одну ногу, и он сел в инвалидное кресло. В годы ельцинских реформ он вступил в спортивный фонд имени Льва Яшина, где неожиданно для себя столкнулся с криминалом. После смерти комментатора его могилу кто-то взорвал. Неужели это была месть преступников честному человеку? Имя легендарного комментатора – Николай Озеров. После того, как в стране начались ельцинские реформы, многие государственные учреждения, в том числе спортивные общества, больше не финансировались государством. Многие из них закрылись. Тогда Ельцин издал указ о льготах для спортивных организаций. Их представители получили право на беспошлинную торговлю сигаретами и спиртными напитками. Подразумевалось, что прибыль от продаж пойдет на развитие спорта. Однако такая схема создавала большие возможности для отмывания денег. Одним из предприятий с нелегальными доходами стал созданный в начале 90-х фонд социальной защищенности спортсменов имени Льва Яшина. Его возглавил некий Атари Квантришвили. В чем-то эта организация преследовала благородные цели, например, выплачивала спортсменам пенсии. Николай Озеров стал членом правления этого фонда. Он не знал о том, что Квантришвили пользовался в пресловутом мире авторитетом крестного отца. И когда был организован фонд Яшина, он с удовольствием вошел в этот фонд, в правление его. Но его смущало, откуда хозяин этого фонда берет деньги. Это был человек по имени, по кличке Квант. Ну, о нем можно сейчас не рассказывать, как говорится, но когда он узнал, откуда берутся эти деньги, что их якобы спонсор какие-то поставляет, на самом деле это был чистый рэкет, он вышел из фонда этого.
После того, как Озеров ушел из фонда, его не преследовали. Может быть, не решались, понимая, какой огромный вес в глазах общественности имел этот человек. И все же без мести за предательство не обошлось. После смерти Озерова его могилу взорвали. Наиболее вероятной казалась версия о том, что это дело рук бывших товарищей по фонду. Озеров всю жизнь был преданным спартаковцем. Он пришел в это общество еще в молодости и часто выступал за клубную футбольную команду «Красно-белую». Николай Николаевич спартаковец, а я пришел в «Спартак» в начале 49-го года. Ну вот считайте, что, может быть, начало 49-го года мы с ним знакомы. А поближе уже, в общем, ну, конечно, чуть позже. Фактически, можно, когда я играл и стал тренером потом, вот, ну, работал в Федерации футбола Советского Союза, в управлении, вот, ну, в Российском футбольном союзе. Так что, ну, нас объединял «Спартак». Николая Николаевича огорчал финансовый кризис конца 80-х, который коснулся и спортивной жизни страны. Особенно его расстроила ликвидация общества «Спартак». Это было решение и профсоюзов, решение, в общем, даже, я бы сказал, не только профсоюзов, но и, конечно, вышестоящих органов, как Центральный комитет партии. Вот. Конечно, мое мнение, что было, ну, как вам сказать, назвать это преступлением, или, во всяком случае, знаете, безобразие, мне иначе нельзя. И вот в 1991 году Озеров вместе со своими единомышленниками начинает возрождение легендарного общества. Неизвестно, как разрешилась бы эта ситуация, если бы не авторитет, которым по-прежнему пользовался у власти Николай Николаевич. По средам и субботам его можно было увидеть на матче в Лужниках, где играло правительство Москвы и мэр столицы Юрий Лужков. Вот Юрий Михайлович, который до сих пор, по сей день, играет в футбол, заканчивался матч, так сказать, они заканчивали игру. И когда он видел Николая Николаевича, конечно, он тут же подходил к нему. Естественно, у Николая Николаевича уже были заготовлены те прошения. Вот. Ну и Юрий Михайлович, конечно, отказать ему не мог. Озеров хлопотал, невзирая на серьезные проблемы со здоровьем. С возрастом у него стала развиваться болезнь сосудов ног, которую он в молодости получил в результате переохлаждения. У комментатора начали отказывать ноги. Одну из них даже пришлось ампутировать. Последние годы Озеров провел в инвалидном кресле. И несмотря на это, он до последнего дня был первым президентом возрожденного им «Спартака». Николай Озеров скончался в 1997 году. После смерти комментатора в память о нем на здании общества «Спартак» на Озерковской набережной открыли мемориальную доску. Николай Николаевич Озеров олицетворял эпоху рыцарства в спорте, эпоху, которая ушла вместе с ним. Такого интеллигентного, артистичного и благородного спортивного комментатора на телевидении больше нет. Своим примером он показывал, что главное – это честная борьба, как в спорте, так и в жизни.